смотрю. Мы сейчас хотим вылететь, ждем вертолет, вылетим по руслу река Ишим, чтобы там не было заторов. Взрыватели с нами вместе, сразу возьмем их с собой. И если мы обнаружим, что есть заторы, то будем взрывать. Я думаю, тогда мы как-то положение сможем выровнять. Если там чисто и вода проходит без всяких заторов, то тогда будем ждать спада, когда у нас спадет объем талых вод.